Итак, делаем первый ряд ручек. Вяжем до маркера, до начала ручки. Петля с маркером остается под ручкой. И далее обвязываем также столбиками без накида сам канат. То есть делаем ручку. Вяжем туго. Следим, чтобы петельки ложились ровно. Обвязываем канат на желаемую длину ручки. Обвязали ручку столбиками без накида на нужную длину. И теперь смотрите важный момент. Если мы сразу присоединим ручку, то видите, что получается? Она у нас закручена, перекручена, и также она и будет в готовом изделии. Что мы делаем? Мы расправляем верхнюю косичку. Вот смотрите, как ложится канат. Так и надо повернуть верхнюю косичку. Доверьтесь канату. Расправляйте косичку. Теперь ручка ляжет прямо, потому что мы распрямили верхнюю косичку по канату. И теперь можем спокойно ее присоединять в петлю за маркером. Я провязала 52 сантиметра. Это мне даст длину, точнее высоту ручки 24 сантиметра. Примерно 64 столбика. И присоединяем ручку к сумке. Вяжем несколько столбиков. Остановимся и проверим ручку. Итак, смотрим. Все хорошо. Ручка хорошо ложится. Без перекосов, без перекрутов. Продолжаем вязать бок до следующего маркера. Стараемся не стянуть бок. Расправляем. Довязываем до маркера, до второй ручки. Петля с маркером остается под ручкой. Останавливаемся и проверяем, как у нас лег канат. Очень важно не стянуть бок сумки, будет некрасиво. Все ровно. И продолжаем обвязывать канат столбиками без накида, так же, как и предыдущую ручку. Одинаковое количество петель. Обвязали вторую ручку равным количеством столбиков без накида, как и первая ручка. И выпрямили верхнюю косичку. Проверяем, как ложится ручка без перекрутов. Это очень важно. Очень важный момент. Все проверили, развернули. И присоединяем ручку к сумочке в петлю за маркером. Провязываем 3-4 столбика и останавливаемся.
Так, остановились. И теперь надо проверить длину двух ручек. Что мы делаем? Соединяем начало ручек. Складываем ровно косичкой наверх. Совмещаем две ручки. Смотрим, чтобы все было ровненько. Продолжаем. Выравниваем. Смотрим. Так. Вот. Вторая ручка получилась чуть длиннее. Я это сделала специально, чтобы показать вам. Мы должны будем подтянуть канат и сделать ручки одинаковой длины. Подтягиваем. Сверяем. Расправляем петельки. И еще раз проверяем длину ручек. Начало, середина, дальше. И сверяем, все петли совпадают, длина ручек совпадает. Можно вязать дальше до начала ручки. Второй ряд ручек. Вяжем аккуратно, следим, чтобы канат не стянул вверх сумки.